Значит, дорогие господа зрители, небольшое пояснение насчет того, что у меня сейчас случилось с ноутбуком и почему у нас сбор в последнее время именно на это все. Значит, у меня трещал кулер, и этот ремонт уже я выполнил и оплатил. Но более страшная проблема, о которой мне уже второй раз говорят в сервисном центре, и, собственно, на которую я решил, что все-таки я раскошелюсь, а то что-то я побаиваюсь того, что он там реально либо взорвется, либо, короче, разрастется до того, что мне корпус ноута расхерачит, потому что он, например, вздутый был и так далее. Ну, типа, два разных мастера говорят одно и то же, поэтому я решил, что надо менять. Собственно, я уже... оказалось, что кулер менять не нужно. У меня трещал кулер, я думал, что, может быть, это под замену вообще сейчас. Нет, оказалось, просто нужно его смазать, почистить. Все стало отлично, замечательно. На 10 градусов в нагрузке, там, даже более чем на 10 градусов снизилась температура. Шум уже, там, не знаю, почти не слышно. Но, собственно, ближайшую неделю у меня ноут без аккумулятора. И аккумулятор плюс работа, заказано все это. Вот, значит, я уже отдал 2500 за, собственно, чистку. Я уже отдал 5 кусков, как предоплата. Ну, чуть меньше 5 кусков. Предоплата за аккумулятор плюс работа по его установке. И еще 5 кусков мне надо будет отдать тогда, когда он, собственно, приедет. И мне его установят, чтобы уже у меня ноут был... полноценно более-менее восстановлен. Такие пироги. Ну, собственно, вот. Поэтому вот такой сбор. Просто немного держу в курсе, на что, собственно, будет потрачено баблище. Кто-то говорит, что дороговато, и типа, что... Ну, там... как я знаю, что в маленьком городе каком-нибудь, например, мы как-то были... А, неважно, в принципе, в каком городе, кто, где и с кем был. Но вообще, да, чистка ноута может стоить 500 рублей. А не 2500. Вот, и понятно, что съездить к Альберту, например, в ООО «Сириус», ну, блин, это еще как бы добраться до Рязани и так далее, это сейчас все не очень обосновано. Ну, короче, прикол в том, что в других сервисах, как бы мне сказали, либо сейчас там мастера нет, завтра приедет, сейчас там, значит, ну, что-то у нас неохота позвоните лучше в другой сервисный центр, вот у них должен быть, ну, вот что-то вот, ну, как-то вот не хотят, не захотели браться, ну, и, собственно, а там я пришел, сказали, ок, сейчас все быстренько сделаем, ну, и, собственно, и в прошлый раз, когда мне надо было тоже чистить очень ноут, потому что он очень сильно начал там и греться, и что-то как-то пыхтеть, я ходил туда же, ну, и, собственно, вот отнес снова туда, возможно, что переплачиваю, но, по крайней мере, все качественно, все четко, все более-менее понятно, все более-менее спокойно. Это не ООО «Сириус» точно, и как бы там я не останусь в конечном итоге без ноута. Ну вот сейчас у меня без аккумулятора. Это немножко ботва. Все, собственно, дорогие арабские шейхи, заходите на стримы. И вот. Надеюсь, что когда вот все это уже в полной мере восстановится, это мне позволит... помимо стримов еще там домонтировывать влоги с тура, доделывать что-то для Boosty, потому что, в конце концов, изначальная идея и обещание мое было в том, что на Boosty все-таки будет выходить что-то по типу «Колхозное сведение», какие-то такие рубрики. Это в ближайших планах, но, скорее всего, завтра, я, например, это вот у меня будет свободный день, и завтра я планирую это сделать. Просто днем, наверное, прямо здесь, даже в будке это буду делать. Конечно, мне очень удобно лежа... в кровати всем этим заниматься. Ну, ничего страшного, ладно. Так что, такая вот хуйня. Кому-то за 500 почистят, кому-то скажут, что почистили. Ну, блин. Типа, я не знаю, ну... Не знаю, как бы, где как следует чистить, где не как следует, но в моем случае как бы очень существенное даже падение температур в нагрузке. Так что верю, что почистили хорошо. И что чистка явно имела смысл. Такие пироги.